еще один день закончился. Ну что-что, а мат-то я тебе обеспечу. Что? А? Ты? Вот так. Мне? Давай. Мат! Ага. Держите меня. Ой, сейчас умру от смеху. Ходи. Ты сначала меня это... Погони. Догоню. А вот так. Ух ты, какой ты прыг. А то... Никогда не думал, что шахматная игра может быть таким увлекательным времяпрепровождением. Особенно, когда на доске из всех фигур осталось только два короля. А они вот все играют. Ну, и то сказать. Общеизвестно, что король, вот как и в шахматной партии, так и в нашей обычной жизни, конечно, фигура главная. Он и всех умнее, он и всех сильнее. Ну, главная фигура, от которой все зависит. И в шахматах, и в жизни. Именно так и думал наш бывший король Свентин XVI красивый. Он был просто в этом уверен. Но не все были с ним согласны. Эрик по прозвищу Плут имел другое мнение. Ну, проще говоря, он думал по-другому. Именно поэтому он и продал нашему бывшему королю всего за 100 таллеров якобы волшебный самоварящий котелок. 7, 8. Послушай, а что ты такое делаешь? А, это вы, ваше величество. Что делаю? Что, не видите, кашу варю? Кстати, можете немного обождать, я вас тоже угощу. Каш на всех хватит. Он прям варит кашу. Как ты ее варишь-то без огня? Ваше величество, ну не мешайте, пожалуйста. В этом котелке все что угодно сварится без огня. 9, 10. Готово. Не, ну ты обманываешь меня. Кто, я? Ваше величество, пожалуйста, собственноручно убедитесь. А, горячо. Конечно, горячо. Что, я вам врать, что ли, буду? Вы же сами только что убедились. И пахнет вкусно. А как нет, конечно. Ну, послушай, любезный, а ты продай мне его. А я тебе за него 100 таллеров дам. Ваше величество, 100 таллеров. Нет, так дело не пойдет. Во-первых, этот котелок мне дорог как память. Его мне один знакомый султан подарил. Во-вторых, с этим котелком я ни забот, ни горя не знаю, что особенно важно при моей кочевой жизни. Дрова покупать не надо, колоть, пилить не надо. Вы говорите, 100 таллеров. Не, ваше величество. Я вам скажу больше. Я с этим котелком могу, как король, жить. Ни у кого нет такого во всем белом свете. А вы говорите, 100 таллеров. Нет, ваше величество. Ты вот что, любезный. Ты не забывай, что ты передо мной провинился. Я не такой дурак, чтобы не понять, что ты меня вчера обманул. Ты сказал, что ты оставил Плутни дома, но на самом-то деле они были при тебе. Ну ладно, хорошо, я готов забыть стая, если ты мне продашь этот кошелек. Да никогда в жизни, ваше Подай величество. Мне, пожалуйста. Да я не продам это, вам. Нет, я прошу тебя, ты мне продашь. Я говорю, что нет, я не продам. Продай, так, не продашь. Тогда я использую свое королевское положение. Все, ваше величество, забирай. Все понял. Не надо продолжать. Пожалуйста, забирайте горшок за 100 таллеров, хотя он таких денег не стоит. Ну что не сделаешь ради вашего величества? Кстати, ваше величество, хотите чурбан в придачу еще дам? Прекрасный чурбан. А зачем мне чурбан? Не надо чурбан, у меня во дворце полно разных чурбанов. Ну что ж, верю, охотно верю. Ну так дай мне горшок. А, денежки. А, 100 таллеров. Я тогда пересчитывать не буду. Ваше величество, самое главное, помешивайте, а то, не дай бог, пригорит. Хотя, как вы сами понимаете, он таких денег не стоит. Как минимум, Пригорит. У меня не пригорит. У меня не пригорит. Всего за 100 таллеров якобы волшебный самоварящий котелок. А проще говоря, старый-престарый горшок. Вот что жадность-то с людьми делает. Послушай-ка, любезный,
Это вы, ваше величество. Эх, такой сон испортили. Я к тебе по делу. Весь внимание. Только что. Ты продал мне вот этот горшок, как ты утверждаешь, самоварящий, за 100 талеров. А что, есть какие-то сомнения? Нет, сомнений нет. Ну, так вы же сами убедились, в чем же дело? Да нет, я убедиться-то я убедился. Ваше величество, если у вас существуют какие-то подозрения насчет моей кристальной честности, мы поступим по-другому. Мы расторгнем эту сделку, вы мне вернете горшок, я вам верну 100 талеров, если уж на то пошло. Нет, 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 ну ты не кипятись, у меня нет никаких подозрений. Просто я сам забыл у тебя спросить, а как им пользоваться? Ну, в смысле, как он включается? Ну, грубо говоря, как сделать так, чтобы он начал греть, чтобы он кашу варил? Как его, что нужно в нем? Куда его? Как? Вы про горшок. Господи, я же забыл просто вам объяснить, ваше величество. В общем так, горшок самоварящий, предназначен для варки различных макаронных изделий, супов, каш, но лучше всего в нем получается лапша. Ага. Берете горшок, досыпаете исходный материал, ставите этот горшочек на чурбан. Кстати, чурбан хотите? Недорого отдам, ваше величество. Нет, чурбан мне не нужен, у меня во дворце своих достаточно. Да-да-да, помню. И после этого закрываете котелочек крышечкой, считаете до 10 и готово. Ага. Ваше величество, но самое главное, не забывайте помешивать, а то не то пригорит. У меня не пригорит. У меня не пригорит. И чрезвычайно довольный этой сделкой, как я уже говорил, наш бывший король Свентин XVI, красивый, с чувством глубокого самоуважения, отправился к себе во дворец. Там он собрал своих придворных и даже велел позвать нас, ну, меня, Пэра и Поля, в свой главный королевский зал. Ну, нас-то он позвал только потому, что мы, как вы помните, явились случайно свидетелями спора. Спора, в котором он проиграл и своего королевского коня, и королевское седло Эрику по прозвищу Плут. Как ему хотелось отыграться. Как он хотел взять реванш. Ну как же, он король и какой-то простолюдин. И вот этот, я не побоюсь этого слова, волшебный, самоварящий горшочек, это чудо природы. Я приобрел у этого простофиля, о котором, кстати, в последнее время стали очень много говорить, за какие-то жалкие 100 таллеров. А ведь этому горшочку и цены-то нет. Ведь тот, кто владеет этим горшочком, не нуждается ни в поваре, ни в истопнике, ни в дровосеке. И кто? Кто вздумал со мной плутовать? Этот, как его? Эрик! По прозвищу Плут! И с кем? Со мной! С самим Свентином 16-м красивым. Неумно. Ну ладно, марципаны, вода. Сейчас вы воочию убедитесь, как быстро, и я не побоюсь этого слова, высококачественно варит этот горшок. И вот с этими самыми словами король, положив в котелок марципаны и залив их водой, стал вслух считать. Считать до 10. Ну, вы помните. Раз, два, три, ну и так далее. После этого их величество стал все это помешивать ложкой, чтобы оно закипело. Но это все почему-то не кипело. Да и как оно могло закипеть-то без огня? Вы ж понимаете? Так. Что? 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 Этих вон? Бэн! Ну так. Thank you.
Ну... А, ваше величество, а вот не поверите, я вас ждал целый день. Ты меня ждал? Да. А зачем? Ну что, котелок не варит? Не варит. А что? Да ничего, из чего бы это он не варит? Вот-вот-вот. Да? Ну что, ваше величество? Что? А вы сами не понимаете, что? Я не понимаю, а что? Да ничего, я же вам нормальным человеческим языком объяснял, как им пользоваться, инструктировал. А вы что? Что? Да ничего, просто вещь хрупкая, иноземная. Так, минуточку. А я что? Что я? Чего? Что вы заладили? Что-что? Вы что туда насыпали? Что? Марципанов, а что? Марципанов, вы бы туда еще опилок насыпали для разнообразия. Я же вам сказал, что котелок самоварящий, предназначен для варки супов, каш и других макаронных изделий. Но лучше всего в нем готовится лапша. Это вы помните? Да. Ну и вот. Вы это туда положили. И крышечкой вы закрывали? Закрывал. А на что вы его поставили? Как на что? На что? На канапе? На канапе. Ваше величество, вы бы еще его на трильяж поставили. Я же вам объяснял. Что берете? Накрываете крышечкой. Ставите на чурбан. Я, кстати, вам чурбан предлагал. Предлагал. Вы отказались? Отказался. Ну и что вы от меня хотите? Так, я все понял. Я ж все теперь понял. Ты просто такой плут. Каких на свете нет. Ты меня опять обманул. В общем, так, я знаю, как с тобой распорядиться. Я тебя прежде всего... Ваше величество, стоп, стоп. Давайте спокойнее. Я вам еще раз повторяю, что чурбан... Это самое главное в этом котелке. Потому что без чурбана даже простой каши не сваришь. Ты мне правду говоришь? Ваше величество, правду, ничего кроме правды. Вообще, у меня есть сомнение, что вы думаете, что я вас хочу обмануть. Нет, я так думаю. Ваше величество, посмотрите в эти честные глаза. Посмотрите и скажите, разве они могут лгать? Могут. Ну, посмотрите еще раз. Могут, могут они лгать, ну, могут. Я тогда не знаю, ваше величество. Скажи мне только одно, вот по чурбан ты, вот ты правду говоришь? Ваше величество, я еще раз вам повторю, правду и ничего, кроме правды. Нет, ты поклянись. Клянусь? Нет, ты не так поклянись, ты поклянись самым дорогим, что у тебя есть на свете. А, ваше величество, я клянусь самым дорогим, что у меня есть на свете. Чем? Я клянусь... вашим здоровьем. Ну, хорошо. Я теперь верю. Сколько ты просишь денег за этот чурбан? Ну, ваше величество, я прошу... А сколько у вас с собой? 200 талеров. Вот 200 талеров и прошу. И вы знаете, король не стал торговаться. Потому что, если говорить по совести, так и 300 талеров не цена для такого... чурбана. Ваше величество, это вещь дорогая. Она, понимаете, я ее вам бесплатно отдавал. Но цены растут. И, конечно, она не стоит 200. Но так как у вас всего 200, так и быть. Только это все из-за хорошего расположения к вам. Ваше величество, пожалуйста, забирайте чурбан. И самое главное помните. Что-что? Что? Надо помешивать, а не то. Что? Пригорит! Да. Ладно, ваше величество, приятного вам аппетита. И не забывайте помешивать. У меня не пригорит. У меня не пригорит. Ваше величество. Что? И самое главное, накрываете крышечкой, ставите на чурбан и считаете до 10. Да. Главное, чтобы не сбить, до 10. Так. И не забывайте помешивать, так. А не то пригорит, ваше да, величество. Хорошо, я запомню. Да не торопитесь вы. Что? И теперь еще самое главное. Если вода... по какой-то причине не закипает, то что? Что? Что ей не хватает воздуху. Так. Для того, чтобы хватало воде воздух. Воздух. Нужно ну? Усиленно дуть ну? На котелок. А самое главное, непрерывно бегать по кругу, вокруг котелка, чтобы создавать вихревые потоки. Да я не могу бегать. А почему? У меня нога. А что? Чуть что не по мне, я сразу раз пинка. А, и... это профессионально, да. Ваш... Значит, ваши придворные должны как можно быстрее бегать вокруг котелка, чтобы создавались вихревые потоки. Ну все, ну вот я все. Уже могу уже да, пожалуйста, идти. Да, до свидания. Да. Ваше величество, и самое главное, да. Помешивайте. Да я уже это на всю да. жизнь запомнил. Да, да, да. Короче, принес король котелок и чурбан во дворец, водрузил их посреди зала и произнес тронную речь. Которая заканчивалась словами...
И вот этот оборванец без воду племени, этот, как его? Эрик Плут. Эрик Плут. И решил, что он может самого меня, короля Свентина 16-го косила, переплутовать. Сейчас я вам продемонстрирую, как я этого Плута переплутовал и перевыпотлуповал. За какие-то жалкие 300 талеров я приобрел у этого умника волшебный горшочек и волшебный чулбан. Итак, вода. Лапша. Сватеет по вкусу. И с этими самыми словами король засыпал в котелок лапшу, залил ее водой и, сосчитав до 10, стал помешивать лапшу ложкой. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Но вода и в этот раз почему-то не закипала. Да и как она могла закипеть без огня? Но король Свентин XVI красивый не сдавался, не такой он был человек. Вспомнив, что ему говорил Эрик по прозвищу Плут, он стал дуть на котелок, а своих придворных заставил бегать вокруг него и создавать таким образом воздушные вихревые потоки. Дуйте! Да не на меня дуй! На горшок дуй! Дуй на горшок! Идиоты, бегайте! Бегайте вокруг пня! Да не на друга вы не бегаете! Вокруг, друг за другом бегите, идиоты! Ну, вы понимаете. Друг за другом бегите, идиоты какие! Голодранцы, идите сюда! Сюда! Бегайте вокруг за ними, по той же траектории! Почему? Не надо махать, не суетитесь! Ой, суйте, ой, много вас, ой, где я? Что я? Кто я? Чурбан, Ваше Величество. Что? Вы... Да я тебя сейчас... Да нет, вы чурбан, Ваше Величество, опрокинули, упали и ударились. Да. А это что? И на ушах? Ваше Величество, осмелюсь... Заметьте, у вас на ушах лапша. Что? Так точно, лапша. Только недосоленная. Ну, Эрик, ну ты... В общем, ты понял. Ну, вы, конечно, догадываетесь, насколько была велика обида нашего короля Свентина XVI красивого. И вы, конечно, понимаете, что на этом дело не кончилось. Но об этом в следующий раз. Поздно уже. Ну, а эти пускай еще поиграют на сон грядущий. Поль, ты не поверишь. А я ведь скажу вот так. Тут надо подумать. Упорные ребята.